Дорога дороже жемчуга, спокойствие в душе. Дороже платины, минуты примирения. И вдох без боли, и прогулка по росе и созерцание Господнего творения. Дороже званий, непростимое простить и отпустить, ничем зато не воздавая. Дороже имиджа, кому-то тростью быть, с камней разбитое лицо приподнимая. Дороже яхт, спасти кого-то от беды. Дороже шуб на чьи-то нужды стать ответом и, оставляя в ком-то добрые следы, излиться в чью-то тьму спасительным рассветом. Дороже счета в банке в сердце Божий мир. Он словно крепкий корень в жуткие торнадо, и та уверенность внутри, что ты любим, дороже будет драгоценностей и злата. Дороже виллы двухэтажной добрый взгляд и снисхождение, и просто ободрение. Дороже антиквариата и наград к плечу приникшему одно прикосновение. Дороже гонки за медалью здравый ум, глубины истины ценей успеха вспышки. Дороже славы и оваций поутру свои черты рассматривать сынишки. Дороже мнений и престижа разговор. Тот, что меняет ситуации иначе. Тот, что во гневе не отложен на потом. Тот, что нас делает мудрее и богаче. Дороже личных самолетов крепкий сон. И смех за ужином дороже всех круизов. Да и старинные картины всех времен дешевле будут скромных маленьких сюрпризов. Дороже акций запах булочки в печи и мягкость слов дороже моды, брендов, стилей. Поверь, объятия дороже, чем ключи от самых редких и крутых автомобилей. Скажи, зачем они, коль гибнут сыновья, за грамм наркотика святое продавая, и если плачет и стенает вся семья, к чему пентхаус в центре теплого Дубая? Запомни, тленное не вечно на земле. Здесь моль и ржавчина, пожары и поборы. Сосредоточься на любви и на добре. Им не страшны ни конфискации, ни воры. Поверь, невидимое лучше благ земных, дороже платины, почтение и нежность, дороже жемчуга, горбушка на двоих. И без лукавства, и подвоха откровенность. Стремись к тому, что подороже янтаря, ведь эта истина ясна и очевидна. Все то, что ценно, то в руках держать нельзя. Все то, что дорого, и глазу то не видно. Лишь то, что отдал, что простил и уступил, что не подвергнуто покупке и продаже, лишь то возьмем мы, а не то, что накопим. Не заберет никто из нас того, что нажил. Когда на суд все человечество придет, не будет там складов и премий, недостачи. Конец все выявит, не скроет, не солжет. Тогда и будет видно, кто из нас богаче. Аминь. Аминь.